Ровно год назад у меня заказали такую сумку в Германию. И как же тяжело она мне далась. Причем это был индивидуальный заказ. Мы все просчитывали до миллиметра, чтобы попасть в заданные размеры. Я не спал ночами, чтобы создать эту сумку. Критериями были строгость и минимализм. Считаю, что у меня получилось создать такой строгий стиль. Особенно в сочетании этой кожи и фурнитуры из латуни. Получилась сумочка с нотками ретро. Это благодаря пряжкам-обманкам. С виду это функциональные пряжки, но на самом деле под ними стоят магниты для удобного доступа вовнутрь. Мне так понравилась эта модель сумки, что я решил оставить ее у себя в линейке товаров. Спустя год и десятки таких сумок, она уже не кажется такой сложной моделью и завоевала сердца своих владельцев во многих странах мира.